И вот продолжалось сражение до сих пор против главного короля демонов. Мы не знаем, сколько шла, сколько началась. Ну и шла где-то больше дней, даже почти целый месяц сражений против армии демонов. Король демонов все-таки все равно продолжает на безжалостно убивать людей. Сколько уже шла, начинаются потери, некоторые погибали, но все равно продолжали защищать свою землю, даже рисковали своей жизнью, ради, чтобы защитить свою родину в мир людей. Но пятеро девушки, у нас все по-прежнему, сражаются до конца и с тех пор без остановок и не дают врага победить. Сокола, Алиса, Жасмин, Лен и Соня, единственное, что эти пятеро юные девушки никогда не забудут о своего лучшего друга, который погиб в бою, Андрей. И девочки не дадут ему больше всего главного врага творить такое, то, что не следует. И вот сражение пока еще шло, армия упала, остался только один король. Ну, потом, через какое-то время, все еще дрались, сражались. Ленос и Жасмин сильно получили рану. Алиса и Соня и Сакура продолжали сражаться. Все вместе, все равно в пятером, против одного короля демонов. И вот, и им удалось победить короля демонов, и они убили его полностью. Вот. После этого, когда все закончилось, прошло целые 3 года, и наступило 1860 год. И в том моменте, единственное, что пятеро девушки начали навещать своего лучшего друга на похороны. Вот только единственное, что Алиса, Лена, Соня и Сакова удивились, что Жасмин, она беременна от него. Извиняюсь за кашель. Скорее всего, потому что никто из подруг даже не знали, что она собиралась выходить замуж за Андрея и родить его ребенка. И поэтому были. Но помнить о том, который дал им во всем, никогда не будут. И в 1860 год всего 2 года. Начали юбки жить нормальной жизни, радостной. У них там появился парад, веселые вечеринки, все такое. И Жасмин родила девочку Иними. Лиза. И вот так и начало, и закончилось наше счастливый конец в жизни. И пятеро юные девушки, защитницы этого мира, остаются всегда защищать, точнее. Но может быть, когда-нибудь, если повторится
Девочки будут готовы. На этот раз уже точно будет готова к сражению. Пятеро юные девушки все-таки удалось победить главного врага. Конечно, но зато больше войны не будет. Никогда. Но если наступит как-нибудь, ну, держитесь, дьяволы. Недооценивайте наших девушек. Они вас с земли достанут и сотрут. И вот так и закончилась история об охотнице на демонов. Пятеро юные девушки и Андрей, который погиб в честном бою, всегда будут с нами. Большое вам всем спасибо за огромное. Это был «Охотница на демонов». Третий том финальной истории. Конец истории. Всем пока. Ждите следующей других историй.